Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, и это вторая часть летсплея в Dark Messiah. Выхода нет, мы в ловушке! А, ай, это было... Пошел ты! Падел, Я думал, он сказал... Спрячься, я хотел спрятаться. Фауна Эшен. О, зелье маны. Ты сказал спрячься. Зачем мне с собой носить труп? Почему он так... Ну, то есть... А, ну окей. Чего я задаю вопросы такие? Так. О, смотрите, как я умею. Чиник. Чик. Да, я умею. О, это, наверное, даже врагов будет вырубать. Сейчас попробуем. Бочка. Давай, вылазь. Кто-то из двери должен вылезти, я знаю. Давай. Давай. Сволочи. Но я ведь маг. И, кстати, это логично, ведь... Я же на самом деле маг. Я ученик мага, и я должен быть магом. Почему меня... Почему у меня нету второго посоха, которого я поднял? Наверное, они одинаковые. Плюс один к урону. Плюс один к урону. Плюс два к урону. Восстанавливает здоровье. А в этой игре есть автосейв, автолот? Игровой процесс? Нет. Клавиатура? Толкнуть особо... Нет, не то. F6, F9, отлично. Надо, главное, теперь не забывать. F6, F9. Где написано, что я сохранился? Ой. Так. Сейчас попробуем. Минус один. Черт, не минус один. Что значит стражи? Только захватили город, а уже выставили здесь свою стражу? Ты что это там делаешь? Слышь? А, ты проверял пульс у горящего чувака? Нет, я хотел посох, я ведь волшебник. Как же долго он достает посох, послушайте меня. Меч. Я не понимаю, ну окей. Колчан. Я не знаю, здесь что, торговля как-то развита или что? Черт. Черт, я, кажется, стою в огне. А это труп. Ну хорошо. Пока я, в общем-то... Блин, мана восстанавливается как в котике. То есть никак. Пока я скилл не прокачаю, видать. Что это было? Что? Я себе по башке дал больше, чем ему. Живучая сволота. Сколько же надо раз тебя ударить, чтоб ты помер? Обязательно делать вот этот финт? А ведь можно было сюда людей загнать. Так, я вижу. Так, F5. Да, я помню, что ящики вот с этой вот штукой ломаются. Так, зелье маны, там еще что-то выпало. Показалось? А, нет, колчан. Мне не нужны стрелы, я не хочу быть... лучником, я хочу быть волшебником.
Как Гарри Поттер, только без палочки и не уебаном. Кажется, я что-то слышу. Есть идея, я притворюсь бочкой. Я бочка, 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 я вовсе не... Не с места. Мятежник. Умри. Это было странно, если честно. Ой. Ты чё? Мне показалось, что кто-то еще есть. Нет? Тогда я изнасилую твой труп. Ну или сожгу. Я просто еще не определился, мой герой будет некрофилом или нет. Но паркур! Паркур! Паркур — это круто. F5. Блин, так непривычно, когда нету автовосстановления здоровья. Что это? Окей. Мне наверняка туда, а здесь что-то вроде секретки. Или наоборот. Ну, загрузка... Ради секретки вряд ли была бы целая загрузка. Тем более, что... А, задание выполнено. Наконец-то мы внутри. Молодец. Посмотрим, что здесь творится. Мне нужно вот это, то есть еще одно очко. Окей. А потом вот это. Еще 5 очков. Конечно, вы скажете то, что фу, нуб. Качаешься как нуб. Что обозначает вот это заполнение прицела? То, что... Вы знаете? Вы знаете, я умер. Блин, это хардкорная игра, я вам скажу. По сравнению с тем, во что я играл в последнее время, это самое... Это жопа. Тут нет автовосстановления здоровья, тут... Наконец-то мы внутри. Молодец. Тут имеют. Посмотрим, что здесь творится. Вы послушайте, я давно не играл. Найдите мини-лага, скорее всего, он в своих покоях. Я давно не играл в игры... О! Ядовитый чё-то там. Это куда веселее, чем грабить повозки. О, еда восстанавливает здоровье. 2 единицы? Серьезно? Это странно. Но у меня всего одна эта, и восстанавливает она всего 1 единицу, так что надо быстрее прокачивать исцеление. И тогда у меня только маны не будет хватать. Помогите. Черт. Стража. Стража. Ты сам-то кто, не стража? Нужно подкрепление. Не нужно тебе под... Я застрял. О, да, бей своих. Да. В ярости я страшен.
У меня такое ощущение, что это не самый легкий уровень сложности, слушайте. Ну серьезно. Наверное, я просто плохо пользуюсь окружением. О, зелье маны, это хорошо. Я мог, наверное, взять вот так вот ящик и так на тебе, потом второму так на тебе, но я ничего этого не сделал, поэтому потерял почти все хп. А мог, наверное, вот так вот вообще сделать. Что это, кокаин? Вперед, вперед, я готов в бой, вперед, побежали, 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 побежали. Я готов. Вперед, куда дальше, куда дальше? Я здесь был. Почему? Почему я здесь был? Кажется, я умею летать. Точно. Посмотрите, я летаю. Я определенно летаю. Куда, куда, куда? Хорошо. О, масло, масло, масло. Берем все, берем все, берем. Прыгаем, берем, прыгаем, берем. Не берем, не прыгаем. Прыгаем, не берем. Масло, 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 масло. Миша Маслов. Занимательное. Что это? Черт. Я просрал. Ману, ману, ману. Нет, а серьезно, куда мне идти? Трэш, угары, садомия, это. Саров, отлично. Смотри внимательнее, вдруг найдешь другие двери. Что, мать вашу, я дверь нашел? Тайник? Так вот зачем тот порошок был повешен. Блин, такой звук, как будто сейчас на меня нападут огромные крысы. Возьму-ка бочку на всякий случай. А, нет, пауки, пауки, это не крысы. Серьезно, меня сейчас отымеют пауки. Ладно, придется выпить зелье и восстановить аж 10 хп. Это было больно, наверное. Что вообще произошло, я не понял. Я забыл, да, в этой игре ловушки это нормально. Что? What the fuck? Мы внутри. Молодец. Посмотрим, что здесь творится. Это вы... Почему не работают? Итак, я снова с вами. И по какой-то причине у меня не работало быстрое сохранение. Я нажимал, а он не сохранялся. И это гадство, я вам скажу. Но, по крайней мере, я дошел теперь до этого места и... Не потратил ни одного хп. Разве это не весело? Черт, а положить спокойно никак нельзя? О, можно. Сары, отлично. Смотри внимательнее. Вдруг найдешь другие двери. Вдруг найду, а вдруг не найду? Что тогда делать будем? Раз здесь было больше пауков. Разве нет? Так. Игра сохранена. Теперь давайте разберемся, что меня в тот раз убило. Противников нет. Ловушки? Я не вижу ловушек. Вы видите ловушку? Ну то есть да, тут крови дохренища, но... Ну что, что, что? Зелье полного исцеления. Что меня в тот раз? Может, это был паук? Но сейчас тут вообще всего один паук был. По какой-то неведомой мне причине. Это странно.
зелье космической кожи. Ну что ж. Собственно, что? Куда нам идти-то, ёпте? Я как не понимал, так и не понимаю. Ну давай. Бочка. А, теперь понимаю. F5. Игра сохранена. Ну, ты, блин, глупая игра. Не работала в тот раз сохранение. Почему? Почему вот этой волшебнице, которая Тиф, или как ее там, не сделать бы вот такую внешность? Она, ну, нет, она старовата, но... Но она совершенно некрасивая, вам так не кажется? Что бы сделать? Есть здесь где-нибудь этот? Нет, масло. Я бы маслом хотел. Что-то вы странные, ребята. Ну, конечно, видно, что игра 2006 года на движке Half-Life, никакой модели повреждений, ни черта нету. Только кровь изредка из них прыщет. Ну, вообще, довольно странно. Насколько я помню, здесь была неплохая боевая система. А сейчас я вижу здесь какую-то убогую боевую систему, но... Но это еще не повод забрасывать игру. Пока не повод. Шкаф. Любовница. Бананчики. Хлеб. А я надеялся увидеть там мертвую проститутку. Со мной что-то не так, да? Да ладно, все думают увидеть в шкафу мертвую проститутку. Все, кто хоть раз видел обзоры Зулина. Грибочки. О, слушайте, эта игра прямо ух. О, можно было на них уронить все вот это добро. Я пришел отсюда? Нет, я пришел не отсюда. Чертов козел. Это клево. Там я видел одна баба. О! А, так они близнецы, они тут. Чёртова. Блин. Эй, это вам не... А, нет, всё-таки он самонаводящийся. Ну хорошо, блюдо. Люди, вы на блюде. Да, неопределенно здесь все близнецы или двойняшки, как это правильно называется. Я не уверен. О, вурдалаки. Мне не нравится, что у меня мало хп, дайте мне уже уровень. О, тихо, колчан не поджечь. Главное. Тут был вурдалак. Тут можно что-то перерезать. Определенно. Кажется, я что-то слышал. Похоже, я просрал неплохой шанс убить его. А, нет. Слушайте. Ха. Это же двоих таким макаром. Недостаточно маны. Сейчас у меня будет... Он в ловушке, взять его!
Черт, я в ловушке. У меня... А, нет, у меня есть еще зелья маны. Слушайте, вас здесь чертовски дохера, я бы сказал. Это при том, что двух я снес. Твою мать. Я забываю сохраняться все время. Серьезно? Вы шутите? Что за... Я нуб-то... Нет, ну... Ну... Почему? Я не понимаю. Где маг? Какого черта у них так много хп, а у меня так мало? Я серьезно, вот 100 хп я последний раз видел где-то на 3-й минуте игры. И потом все, я ни разу не видел 100 хп. Черт, разбилась. Блин, это была моя единственная надежда. Надежда Бабкина. Твою мать, твою мать. Хотя можно его сюда загнать и поджечь. Не пытайся убежать. Ну, это было бесполезно довольно-таки. Тебе не уйти. Иди сюда. Несцы. Иди сюда. Он уворачивается. Это нечестно. Я что-то поджег. Вы посмотрите, он уворачивается. Ну, интеллект у него, конечно, не очень. Вопрос в другом, как я теперь пройду там? А, понятно. Где мое хп? На всякий случай. Так, сейф. Не забываем сахар. Эй, ты. Эй, я. Умри. Да ты чё пинаешься? Это моя прерогатива пинаться. Вас не смущает, что я вам клинок засаживаю прям на тебе по жопе. Видно, посохи не круто. Он уже труп? Как-то он быстро. Вам не кажется? В общем, посох говно, я понял. Блин, тут столько, походу, секретов, потому что, ну, блин, дверей просто дофига, и я уже пропустил штуки две. Закрыто, окей. Мана. Двери. Ну, ладно, хоть закрыты. О, хп. Это надо. О, кинжаль. Это тоже надо. Может, тут что-нибудь путь не стоит? Кувшин с маслом. Хорошо. Отлично. Мантия колдуна. Вот это, вот это супер. Чик. Вот. Ничего не изменилось. Зато у меня есть еда. Книжки всякие. Я не хотел стул брать, я хотел брать книжки. О, смотрите, на мне мантия колдуна. Разве не клёво? По-моему, клёво.
Подсвечник тоже клёво. Зачем здесь тряпочка? Тут что-то есть путнее. Я прав или я прав? Кажется, я не прав. Могли бы подыграть, блин. Что, эта комната вообще абсолютно бесполезна для нас? Чисто мантия колдуна и все? Значит, нам вниз? Но там наверняка страшно. Нет. Мне сюда? Похоже, что нет. Вроде бы нет. Тогда куда мне? А, вон еще дверь есть. Так. У меня есть идея. Она заключается в том, чтобы не промазать. И так как это моя идея, она, естественно... Она, естественно, не осуществится. О, я тут был. А почему он сверху в меня не стрелял? Вот в чем вопрос. Ну, не стрелял, и молодец. Тихо. Нет. Не обращай внимания на горящую руку. Что? Да ничего. Слышь? У меня так маны не хватит на вас. Помогите. Не пытайся убежать. Взять его. Получай. Сходи слева. Помогите. Заходи слева, заходи справа. Заходи... Нет, не надо, заходи сзади. Вот слева, справа, окей, но сзади не надо. Я боюсь, когда ко мне заходят сзади. Это связано с тяжелыми воспоминаниями моего детства. Ты можешь мне хоть одну причину... назвать, почему я должен делать не с места. Я думаю, не можешь. Так, что мы имеем? Мы имеем дверь. О, загрузка. Сколько там у нас время летсплея? Кажется, пора заканчивать. Думаю, да, пора заканчивать, так что... Ой, загрузка. Ну, отлично, подведем итог. Итог в том, что я не умею играть в эту игру. Итог подведен. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группку ВКонтакте. С вами был Сет. До свидания.